С наступлением зимы траты на топливо у водителей значительно выросли. Прежде всего, это связано с похолоданием. Машину приходится дольше прогревать, время работы печки увеличивается. При этом автолюбители с альтернативным видом топлива платят за пользование машиной по-разному. Евгений установил свой УАЗ газовое оборудование 4-го поколения. Прожорливый автомобиль стал накладен для семейного бюджета. К примеру, раньше поездка до Кунгура и обратно обходилась в 1500 рублей. Теперь траты значительно сократились. Цена примерно километра пробега, если считать только топливо, снизилось примерно в 2 раза. При условии, что автомобиль с большим объемом двигателя и расход не маленький для такой массы, существенная, так сказать, экономия для бюджета. На днях в Прикамье открылись первые зарядные станции для электромобилей. Одна из них открыта на территории АЗС вблизи нового терминала аэропорта Большое Савино. Вторая на трассе М7 на отвороте к городу Ачор. Немногочисленные пользователи электротранспорта уверены, что установка зарядных станций подстегнет местных водителей к покупке такого транспорта. Ведь плата за такой вид топлива значительно ниже. С точки зрения бензина, цена на зарядку электромобиля в 10 раз меньше, чем на бензин. В 10. То есть теперь автолюбители Прикамья могут передвигаться по краю на 4 видах топлива – бензине, дизеле, газе и электричестве. Если не брать в расчет нюансы в эксплуатации, а исключительно плату за топливо, то картина складывается следующая. Скажем, маршрут длиною в 100 км на бензиновой машине со средним расходом топлива по трассе 11 литров на 100 км обойдется водителю в среднем 450 рублей. Такой же автомобиль на газовом топливе израсходует на горючее в 2 раза меньше – порядка 225 рублей. Водитель электрокара потратит на ту же поездку всего 45 рублей. При этом нужно понимать, что выбор, на каком топливе ездить, зависит не только от желания водителя, но и от его финансовой возможности.